Сюда, ребята. Фу. Химия, химия. Один чистый луковицы нам надо. Чистый. Ух, зверь. Друзья, всем большой привет. Давай, чтобы хорошо работалось. За трудовые успехи, господа. Кости сюда. Кости нам нужны прямо сейчас. Мясо нам нужно чуть попозже. Операция, как обычно, прошла успешно. Пора ставить казан на огонь. Казан блестит как рояль. Друзья, наши кости, они здесь с мясом, с жиром, а самое главное, вот это, с костным мозгом. О, жучок получился. Один чистый луковицы нам надо. Чистый. Смотрите, как красиво. Смотрите. Немного воды. Чик-чик. Живот у меня втянут. Да, не видно.
Ага, пенку надо снимать. Давай как раз пенку снимем. Самое время пенку снять. Ништяк. Вскипело, ставим на маленький огонь, варим. Это Спарта. Мы сейчас просто наденем вот это мясо вот на этот шампур. Тут и я понимаю шампур. Вот, вот это шашлык. В центр мы отправляем куски побольше, по краям куски поменьше. Ну, это такая азбука, которую, я думаю, все знают. Даже уже новорожденные, мне кажется, сразу рождаются с этой информацией в базовых настройках. Ну что, этот или этот? Давай. Один лучше другого, я не знаю. Я не знаю, какой выбрать. Так, каждый кусочек где-то грамм 500-700. Шашлык, машлык, будет очень круто. Спички малахольные. Чайная ложка соли с горочкой. Сюда, ребята. Химия, химия. Немного пчелиного меда. Еще один немного абхазская аджика. Хорошенько перемешиваем. Морковный сок получается у нас. Морковь грузинская. Лучший в мире. Так. Так, луковица. Ha ha ha.
Да. Живот втянут? Да. Значит, как всегда на вертеле, сначала я ставлю довольно большую высоту и не слишком резкий огонь. Мясо начнет прогреваться, потом начну потихоньку опускать. Обмазка готова. Обмазка готова. Ну что, снимем пробу. Ну что, налить? Наливай. Ты мертвого уговоришь, брат. Пожалуйста. Какой выбираешь? Правый. Правый от меня или от тебя? От меня. На. Там мясо больше. Как сказал один умный человек, жизнь всегда преподносит нам испытания, но всегда не в той форме, в которой мы этого ожидаем. Поэтому давайте выпьем за то, чтобы нам всегда хватало жизненных сил преодолеть эти испытания, пройти их достойно и желательно стать лучше, чем до этого самого испытания. Собственно, в этом, наверное, и есть смысл жизни, ребята. За это и выпьем. Будьте здоровы. Ура! Уф! Соль забыл. Вот это самое вкусное вообще, что может быть. Все остальное ерунда. О, там уже мясо обмазывать пора. Это тархун, если что, ребята. Видишь, какой толстокожий лимон? Угу. Грузинский.
А также нам понадобится немного помидоров черри и зелень, укроп, петрушка и кинза. Все хорошо здесь, видите, идеальное кипение, вот такое мелкое-мелкое. Это нам уже не нужно. Шашлык заказывали? Слушайте, я не ожидал, что будет столько сока, если честно. Присядем за стол. Друзья, по традиции поднимаю за ваше здоровье. Будьте здоровы, творите добро и подписывайтесь на мой канал. И все будет хорошо. Может, еще по рюмочке? За наших родителей. Живым, дай бог здоровья, 120 лет, а ушедшим Царствие Небесное и вечный покой. Еще по 50. У тебя талант уговаривать. С такой-то закуской. Третий тост. За любовь, за жизнь и за любовь к жизни. За взаимную любовь к жизни. Ура! Бунгули!
Единственная шашлица галопа. Где ты сим города добился на нас? А сетка милия, сетка милия. Чем и гол тебя, чем и гол она?